Енисейский экспресс добрался до северных территорий края. Выставки, концерты и консультации всевозможных специалистов сейчас проходят в Енисейской и Ангарской группе районов. Посетить площадки и мероприятия масштабного проекта может любой желающий. Подробнее об этом расскажет Александр Сафонов. Енисейский экспресс уже побывал на юге и востоке Красноярского края, а также на крайнем севере, в Норильске и Дудинке. Сейчас четвертая остановка. На 3 дня площадки и мероприятия культурно-образовательного проекта открылись в Енисейске, Лесосибирске, Северо-Енисейском, Богучанском и Пировском районах. Если подойти близко, то мы не увидим никакого изображения, на расстоянии же все складывается в цельное изображение. На выставке «Моя Сибирь» представлены лучшие произведения из фондов Красноярского художественного музея. Более 40 картин 15 сибирских авангардистов и реалистов. Одними из первых с экспозицией познакомились десятиклассники Енисейской школы номер 1. Картины очень понравились, они красивые, передают многие, навевают какие-то мысли очень приятные. А это концерт классической музыки «Молодые молодым». Студенты Красноярской госакадемии музыки и театра показывают мастерство учащимся Енисейской музыкальной школы. Экспресс привез северянам не только культурные мероприятия. Организаторами проекта выступают сразу 6 краевых министерств, поэтому площадки очень разные. Жители Лесосибирска благодаря Енисейскому экспрессу смогли попасть на прием к узким специалистам – кардиологу, эндокринологу и онкологу. Евгения Лунгуль не была у кардиолога уже более 2 лет. Консультации приходилось получать от терапевтов. Раньше я здесь была, Галина Ивановна Сабанова, я всегда у нее лечилась. Она уехала. Теперь нет врача здесь. Еще одна площадка посвящена воспитанию детей. Психолог Владимир Кирьянов рассказывает педагогам и родителям, как добиться своего, не прибегая к насилию и моральному давлению. Когда у нас возникают какие-то проблемы между детьми и взрослыми, мы очень часто прибегаем к методам, так сказать, которые связаны с критикой, с подавлением. Нормальное общение, оно все-таки предполагает в системе «я хороший и ты хороший». Главная цель проекта – приблизить культурные ценности и социальные услуги ко всем жителям региона. Впервые Енисейский экспресс стартовал в 2010 году. В этот раз он охватывает 27 городов и районов, среди них и самые отдаленные. Высшее учебное заведение Красноярское, которое консультирует на сегодняшний день выпускников школ, так вот они в этот раз находятся у нас в городе, в поселке Богучаны. Рядом Кодинск, как вы понимаете, и это самая дальняя точка, потому что такое впервые. Во время 3 первых остановок проект охватил 27 тысяч человек. Далее Енисейский экспресс отправится на запад и в центральную часть Красноярского края. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин, новости.